За сутки с небольшим после того, как в Москве начался демонтаж самостроев вблизи станции метро, в так называемых зонах повышенной опасности, снесены практически все объекты, которые попали в список. Если точнее, разобраны более 80 павильонов, и из половины площадок уже вывезли весь мусор. Все чисто, аккуратно, и практически ничто не напоминает о том, что долгие годы у вестибюля метро грудились торговые точки. Большинство жителей столицы видят в этом только плюсы. Купить необходимое можно в магазинах, а облик города стал намного привлекательнее. Смотрите, какая красивая перспектива. Вот здесь раньше этих зданий совершенно не было видно. А теперь вот я смотрю, и мне приятно. А раньше меня вот это строение просто раздражало. Когда были палатки, было очень тяжело ходить. Народ толпился, и очень часто приходилось выходить даже на проезжую часть. Я часто пользуюсь вот этим переходом на ту сторону. Я сразу же выхожу, его вижу. И для меня это очень значимо. Я ощущаю Москву, ее, понимаете, темп жизни, вот этот проспект. Что касается людей, которые раньше работали в снесенных ларьках и павильонах, как заявили московские власти, сегодня всем им готовы предоставить новые места работы. Сейчас в столице более 7 тысяч вакансий в розничной торговле и общепите. Этого вполне хватает, чтобы те несколько тысяч человек, потерявших работу, были трудоустроены.